что? Ты спросила, сколько стоит? Еще надо все раздеть и быть босиком. Ага. Все, а бахил у вас не бывает, да? А? Бахил не бывает? А? Да, нельзя в бахилах, только в бахилах. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто у нас? Василиса пошла в загул. Ой-ой-ой, куда она лезла? Я ее даже не вижу. Вон она. Ой, мамочка, как там страшно. Проходи себе, никто не запрещает, вон взрослые ходят. Поставь рюкзак, я буду за ним глядеть. Паша почувствовал себя ребенком. Паша, ты куда полез? Он с ней прям пошел там ходить. Паша почувствовал себя ребенком. В своем детстве такого не было. Класс! Ой, ужас тут какой-то. Ой, ребята, это какой-то кошмар. Вон туда. Ой. Мне кажется, я застряну в этой трубе. Съехала с трубы, ребят. Здесь, знаете, с моим весом. Туда мне нельзя. Она залезла туда со мной. Туда мне нельзя. Ну да. Куда ты пошла? Я иду, иди за мной. А мы куда идем? Еще туда. Мамочка. А ты с горки хочешь? Да, один разок туда. Ну, езжай. Давай, едь. Я другого пойду. Ребята, это прикольно. Туда. Ух ты, какая там железная. Смотри, девочка с папой. Ну, надо с Пашей. Иди Пашу зови. Надо было дожить до 32 лет. Здесь можно провести целый день, потому что столько всего на свете. И очень много вот батуты, там еще есть плюшки.
И, конечно, это необъятное. Куда вы полезли? Держись руками. За ручки, да. Все, ехали. Давно хотела макароны попробовать, да? Тебе нравятся же такие? Mm-hmm. Картошку фри, чтобы все скушала, ладно? Mm-hmm. Вполне себе с божескими ценами. Есть и супчики, и макарончики, и котлетки. И Василиса тут еще у нас с картошкой фри, конечно, с любимым блюдом. Ребят, здесь очень классно, и, честно говоря, я жалею, что мы раньше сюда не ходили. Здесь действительно стоит эти 750 рублей, двое взрослых, один ребенок, и можно находиться на всех аттракционах, и есть даже зона для маленьких деток, но это уже для постарше. Вот мы тут идем. Ой, нет, туда не пойдем. Доча воин. Стреляй в него. Ой, бассейн. Василиса с ума сходит.